Антисептический гель без спирта, функции которого выполняют наночастицы серебра. Такой антисептик, в отличие от спиртосодержащих, не сушит руки и работает не только в момент применения, а обеспечивает защиту от вирусов до 8 часов. При этом не имеет сильного запаха. Это запатентованная разработка косметической компании из Тольятти. На предприятии в незначительных количествах антисептики выпускают с 2015 года. Раньше производили 1 тонну в неделю, а сейчас выпускают до 10 тонн в день. Конечно, в течение 2 недель нарастить объем в 10 раз – это непростая задача. Но надо сказать, что мы давно прорабатывали вопрос увеличения объемов. И сейчас мы находимся на нашем новом производстве, которое мы сюда переехали где-то около месяца назад. Да, и потом начались все эти события. И мы, соответственно, всю нашу до этого заготовленную работу просто очень активно начали форсировать. Ежедневно количество заказов растет. Обращаются не только из других регионов, но и из Европы и Азии. Антисептик с наночастицами имеет аналоги в России, но на предприятиях их выпускают в малых количествах, поэтому на рынках они редко встречаются. А вот тольяттинскую продукцию можно купить в сетевых аптеках, розничных магазинах, сайтах. В ближайшее время производитель планирует реализовывать в больших торговых сетях. При этом цена средства в разы ниже, чем у спиртосодержащих антисептиков. Их производители вынуждены были поднять стоимость из-за роста цены на изопропиловый спирт. Сейчас мы с вами находимся на территории предприятия резидента ТАСЭР М9, которые существенную помощь оказывают как муниципальному сектору нашего города, так и другим предприятиям. В связи с дефицитом средств дезинфекции в период сложной эпидемиологической обстановки они увеличили объем производства антисептиков для рук и вышли на круглосуточный режим работы. Компания готова в случае необходимости нарастить объемы производства дезинфицирующих гелей и влажных салфеток с антисептическим свойством. Елена Малютина, События.